Всем привет, это обычный школьник с базовыми знаниями про девайсы, то есть это Витшип, и добро пожаловать на мой лайв-канал. А сегодня мы поговорим про наушники Ardour Gaming Blackout. И да, от Zed Gaming они вообще не отличаются, там просто разный логотип, поэтому я думаю, то, что в этом нет ничего такого. Сразу скажу то, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ведь там вы можете в закрепленный пост отправить свой рабочий стол, и в скором времени я сделаю стрим, оценка рабочих столов, а также вы попадете в ролик. Также в этом телеграм-канале вы могли узнать то, что эти наушники мне в натуре достались за 700 рублей. Тут один пластик стоит дороже. Че за прикол? Прикол в том, что я чекаю оценку в своем городе, и я улавливаю самые выгодные предложения, самый первый. Этот трюк вы могли услышать в моем ролике про Logitech G435, можете его посмотреть. Давайте по традиции начнем с цены. Сейчас эти наушники стоят 4300 рублей, черная версия на 100 рублей дешевле. За эти деньги вы получаете такой себе звук, даже можете прочитать в отзывах, все пишут то, что звук как из бочки, но это все фиксит эквалайзер. Что же по поводу комплекта поставки? Собственно, нас встречает довольно стильная упаковка. Сами наушники, мешочек для переноски самих наушников, комплект микрофон. Микрофон вместе с ветрозащитой, USB Type-C кабель для подключения самих наушников вместе с подсветкой, 3.5G кабель для подключения наушников без подсветки и, наконец, двойной разветвитель наушников. Конечно, комплект неплохой, но у меня за 700 рублей в комплекте только сами наушники, провод для подключения и какой-то рандомный Type-C кабель, не знаю, зачем мне его отдали, но да ладно, будет как... Не знаю, для прикола. Металлические ушки, они очень прочные, они у вас не сломаются. А вот на чашах есть такой блинчик с подсветкой и логотипом. Если вы будете не особо бережно обращаться с наушниками, то есть их как-то кидать, ронять, то у вас этот блинчик расшатается. И будет это звучать не особо приятно, когда это будет у вас сидеть на голове. Само оголовье и амбушюры выполнены из очень мягкого материала, так что они легко подстроятся под вашу голову. Кстати, пару слов про подсветку. Если вы подключите через комплектный Type-C USB кабель, тогда у вас подсветка будет работать, и вы сможете зайти в софт. Если же по 3.5, то нет. А подсветку никак выключить нельзя, то есть она постоянно у вас будет работать. Для меня это и не плюс, и не минус, я все равно подсветку не вижу. Вес этих наушников 250 грамм, то есть они в принципе легкие, конечно чуть потяжелее, чем 435, но да ладно. На голову они никак не давят, и в принципе с ними сидеть довольно комфортно. Про сам микрофон я ничего не могу сказать, ведь у меня его... А хотя... Вот так звучит голос через микрофон гарнитуры Zed Gaming Blackout. Микрофон довольно хороший. На левой чашечке этих наушников находится все управление. Колесико регулировки громкости, мьют микрофона, 3.5 джек для подключения наушников и, естественно, Type-C, тоже для подключения наушников с подсветкой. Ну, и благодаря этому можете зайти в софт. Про сами динамики в наушниках, они очень громкие. Они в натуре как колонки. Их можно поставить на 200% громкости, и эти наушники заменят сабвуфер. А самое прикольное, это то, что тут есть 7.1 звук. Правда, виртуальный, но да ладно. Не знаю, возможно, это как маркетинговая уловка, но 7.1 звук реально ощущается. Также сейчас вы можете видеть то, что здесь из щелей проходит подсветка. Не знаю, это плюс или минус. Возможно, это минус, потому что там не должно быть щелей. Ну или хотя бы эта штука не должна была просвечивать. Кстати, еще пару слов про подсветку. На самих чашах наушников, там где логотип Z, там может стереться белая краска. И, естественно, вот это дело все оно будет просвечивать. А про сам комплектный провод USB Type-C, он очень длинный. В натуре длинный. Я могу пойти в середину комнаты, встать, и он будет дотягиваться спокойно. Ну что же, подведем итоги по поводу этих наушников. Во-первых, они очень хорошо сидят на голове, хороший комплект поставки и реально длинный провод в комплекте, очень громкие динамики и хороший дизайн, а также хороший микрофон, но мне за 700 рублей грех жаловаться. А по поводу конкурентов я могу посоветовать Ardour Gaming Edge, они сейчас у меня лежат справа, и следующий обзор будет по ним. Также могу посоветовать Ardour Gaming Temple, это новые наушники за кост под Logitech G435 от Ardour. А что же я буду делать с этими наушниками дальше? Я решил поиграть в благотворителя. У меня и так очень много наушников, и я решил отдать нуждающемуся человеку. В моем телеграм-канале вы могли увидеть то, что мы взяли мышь Zed Gaming Phantom и, естественно, вот эти блэкауты. Но она ни о чем не подозревала. А вот эти два девайса, это первые ее жизни игровые девайсы. Собственно, я еще сверху подарил свой игровой коврик, и получилось примерно вот так. Ну, что могу сказать, эти наушники к покупке я рекомендую. Хотя, можете присмотреть те же самые Ardour Temple. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайки, и не забывайте делать добрые дела. Услышимся в новом видео.